Ladies and gentlemen, we are set for the next five of the night, scheduled for 3 5-minute rounds in the ACA Middleweight Division. Introducing to you first, fighting out of the blue corner. He is a wrestler. He stands 182 centimeters tall. His official weight, 84.4 kilos. His pro record is undefeated in the cage at 4-0. Fighting out of Vladikavkaz, Russia, here is Hattag. Corner. He is an MMA practitioner. He stands 187 centimeters tall. His official weight, 84.45 kilos. His pro record stands at 9 victories, opposite a single defeat. Fighting out of Neftchelgansk, Russia, here is Vitaly Nemchino. And our referee in charge of the action, Andrei Kovalo. И мы видим преимущество габаритов у Виталия Немчинова. Более возрастной боец Хетак Клиев. Что ж, начинается у нас этот бой. И сходу удар туловища, затем внутренний лоу-кик от Виталия Немчинова. Стойка левши и мидл-кик. Не дает признаков того, что пострадал, какой-то получил лифт, тут же атака еще было от Немчинова. Да, двойка неплохая, дошла до цели. Хетак Плиев пока обороняется. Естественно, не позволяет себя перевести, тут же сам забирает спину. Было бы очень удивительно, да, действительно, если бы Виталию Немчинову удалось бы перевести Хетага Плиева партер. Причем так легко. Так легко, действительно. Видимо, какой-то эффект неожиданности пытался как раз-таки преподнести Виталий Немчинов. Ну и занимает доминирующую позицию Хетаг Плиев. Он оказывается в таком боковом контроле. Одна нога у него при этом заправлена. Идеальная позиция для того, чтобы проводить добивание. Чем мы видим, и так и занимается. Вверх, вверх, вытяни, Виталий, вверх, вытяни. Удары нанес сопернику сейчас. Который уже Немчинов разделался. Левую ногу под себя уводи. Левую ногу, Виталий, уводи. И посмотрите, насколько мощный Хетаг Плиев, как он уверенно действует, буквально Филиппом к сопернику контроль, растягивает его. Была еще одна попытка отключить, теперь уже левую руку Немчинова, неудачно она оказалась. Обездвижил буквально своего соперника, я неправильно выразился, я подумал, что пытается растянуть своего соперника. Наоборот, сам распластался над соперником. Хетаг Плиев, да, и как раз таки... потому что практически открытая голова у него и есть возможность для того, чтобы наносить удары у Плиева, но тем не менее Немчинов приходит в этой непростой ситуации. Да, продолжу свою мысль. Пытался растянуть своего соперника Хетаг Плиев, вернее сам распластался над ним, обездвижил, при этом отключал руки, но мы видим, что с очень большими трудностями вышел из этой ситуации Виталий Немчинов, но при этом снова оказывается снизу. Очень серьезный контроль у Хетага Плиева, очень сильный физически, это чувствуется, добивание с локтя. И, пожалуйста, попытка армбара от Виталия Немчинова. Вот это неожиданно. Посмотрите, вытягивает руку боец из Нефтеюганска, но нет, не проходит этот болевой. Да, было вроде так все безоблачно для Хетага Плиева. Мог поплатиться он сейчас. Но, тем не менее, все-таки сохранил он за собой доминирующую позицию. Хоть и был близок, конечно же, к неприятностям. Плотная опять мы видим такая борьба. Насыщенная. Много вяжут друг друга соперники. Но все-таки Плиев находит возможности для того, чтобы наносить удары.
пусть не самые мощные, не самые амплитудные, тем не менее. Определенный ущерб они тоже наносят. Но при этом сам Плиев также, учитываем, что он возрастной боец, очень такую энергоемкую работу проводит и много сил отдал. И наверняка более молодой, более свежий Виталий Немчинов будет делать ставку на поздние раунды, второй, третий раунд. Тем временем у нас менее минуты. Попадает, попадает и справа, и слева Немчинов. Медалкик добавляет, но не таким уж плотным получился. Устал, устал, конечно. И так Плиев это чувствуется. И руки опустились, и задышал. И чувствует. И чувствует, чувствует. Это все Виталий Немчинов. Еще один неплохой мидлкик с его стороны. Будет пытаться подловить он соперника. На отходе вторым номером работает Немчинов. И смотрите, какой фронт-кик. И справа через руку еще два удара, еще джеб в конце. Вот это да. Пытался ответить Хитак Плиев, но безуспешно пока. Туловище. Сильно Сахарова попадает. Очередная пытка добить в исполнении. Левые руки плывут на удары. Свойственными штуками, да, нанес по корпусу Плиев своего соперника. Ну и такое ощущение, что вот к концу раунда Виталий Немчинов немного как раз таки поверил в себя. Он почувствовал, что соперник отдал много сил. Посмотрите, вот этот удар справа через руку навстречу и боковым зацепил. И далее middle kick. И здесь пытался встретить, но сам потерял при этом равновесие и отдал последний эпизод сопернику. Но здесь вот, если бы Плиев попал более плотно, могли быть серьезные проблемы у Немчинова. Не успел, что называется, завернуть кулак. Мы видим, что несмотря на весь свой богатый опыт выступлений в разных видах единоборств, все-таки основной упор Плиев делает на борьбу. Оно и понятно, это его сильнейшее оружие. Стойки пока он не так удачлив, пока Немчинов преуспевает более в этом аспекте. Посмотрим, что будет дальше. На фоне усталости придется сейчас бойцам действовать. Вероятно, тогда они раскроются и начнут допускать ошибки. Посмотрим. Да, действительно, в первые 5 минут много сил было отдано и тем, и другим спортсменами. Начинается у нас вторая пятиминутка. Сразу же с движения начинает этот отрезок Виталий Немчинов. Работает он на ногах. Лоу-кик. А Хитак Плиев, он неподвижен, он просто идет вперед. Пока просто идет вперед. Еще одна атака. Туловище, голова. Обмен джебами. Ну и сайд-кик. Сайд-кик также в исполнении Немчинова. Гильотина, пожалуйста. Попытка гильотины со стороны Хитага Плиева. Посмотрите. Очень опасном положении оказывается Виталий Немчинов. Очень плотно взят захват. Вытерпит ли боец из Нефтьюганска? Пока что терпит. Нету. А надолго ли его хватит? Надолго ли хватит Плиева? Потому что это тоже отнимает много сил. Да, Плиев ослабил свой замок. И еще одна попытка, и здесь уже более очевидная. Тут же отдал голову захват Виталий Немчинов. Вот это да. Скручивает его Плиев. Накрывает. И непростой ситуации, конечно же, находится сейчас. Немчинов, казалось бы, уже готов постучать он. Но замок был отпущен. Удары в корпус очень неприятные наносит один за другим. Итак, Плиев очень плотные, которые, конечно же, сбивают дыхание. И позиция маунт, фулл маунт, мы видим, как мощно этот раунд начинает. Итак, Плиев. Не получается сбросить его с себя. Но Немчинов отдает спину, боец из Нефтьюганска. Снова мы видели эту ситуацию в первом раунде, когда Хитак Плиев контролировал со спины в таком диагональном контроле Немчинова. Переворачивается на спину и позиция полугарда. Также продолжает доминировать Хитак Плиев. Очень уверенно действует
Ground and Pound, и в контроле боец из представляющий Канаду родом из Северной Осетии Алани поднимается на ноги Дарья Ничина. И Супермен Панч в его исполнении по касательной прошел этот удар. И слева навстречу зацепил оппонента Немчинов. Да зайдет, блядь! И посмотрите, теряет равновесие Хитак Плиев. И уже, да, уже, казалось бы, оказался сверху Виталий Немчинов, но нет, выбирается из-под соперника. Хитак. Даже сильно переставший Хитак. Справа очень жесткое попадание было в предыдущем эпизоде. Сейчас слева цепляет оппонента Виталий. Сам Джеб при этом пропускает. Немного сумбурно действует Виталий Немчинов, представитель клуба «Рать». Устал, конечно, он также. Уже опущены руки у обоих спортсменов. И попытка бэкфиста навстречу. Оу, справа попадает. Справа попадает Немчинов. И еще слева зацепил он подбородок оппонента. Сил немного. И вот уже тейкдаун удачным исполнением Виталия Немчинова. На фоне усталости все-таки, да, действительно своего добился Виталий Немчинов. Соперник подустал и есть перевод, но нет контроля пока. Хотя за спиной снова оказывается Виталий Немчинов. Полностью переворачивается под этого противостояния. Тем интереснее для зрителей. Сумеет ли доконтролировать оппонента Виталий? Заправляет одну ногу. То, что Асламбек ты отметил, как раз сейчас может сыграть именно в пользу Виталия Немчинова. Потому что все-таки молодость, да. Его возраст дает о себе знать. Более выносливый Немчинов начинает получать преимущество. И, пожалуйста, будет ли попытка решающего? Захват растягивает соперника, Немчинов разворачивает голову. Итак, Клейф, и соперник вынужден отпустить этот замок. 10 секунд, Виталий, 10. И все-таки посмотрите, что делает Хитак Плиев. За 10 секунд до конца второй пятиминутки он оказывается сверху. И посмотрите, какой локоть. Под таким очень интересным углом доносит до цели Хитак Плиев, забирает концовку. Очень-очень равный раунд мы с вами увидели, уважаемые друзья. Посмотрите на состояние Хитака Плиева. Насколько же он устал. Как говорится, мастерство и опыт не пробьет. Все-таки, что бы мы ни говорили, Хитак Плиев доказывает, что уровень борьбы у него запредельный. Вот повтор интересных моментов. Вот тот самый тейкдаун. Довольно-таки амплитудный. Правильно выбранное время. Хороший тайминг исполнения Виталия Немчинова. Ну и что ж, битва характера продолжается, битва характеров, третий раунд. Очень интересно, как второй раунд посчитали судьи, от этого и будет зависеть, насколько этот раунд станет ключевым. Слева челюсть. Еще один хороший джеб. Еще справа. Еще раз. Немчинов сейчас вообще стоит. Слева. Плотный удар оказывается на канвасе. Плиев еще добивающий удар наносит Немчинов. Но тем не менее боец из Северной Осетии поднимается на ноги. Перетерпел. Попытка атак коленами. Первый в голову не достал. Вот второй, третий в корпус. Бьет Хитак Плиев. Еще одна попытка удара коленом в голову.
Удивительно, почему Виталий Немчинов вяжется с соперником. Ему нужно работать с дистанцией и попытаться как раз таки разбивать уставшего соперника. Но при этом он дает шанс Хитагу Плиеву остановиться. И попытка хайкик в голову, блокирует его Плиев. Еще раз слева попадает, снова из левши, справа, еще раз справа, слева, еще раз слева, уже без капы. И так Плиев. Посмотрите, буквально расстреливает Виталий Немчинов своего оппонента. Нужно продолжать, нельзя останавливаться, показывает рефери. И так уже из последних сил стоит и терпит эти удары. Бэкфист, джеб. Прямо в голову, прямо в челюсть. Тут уже и каждый удар не успеваешь комментировать. Переводит на канва снова соперника Немчинов. Подхватом бросил соперника по инерции Немчинов. Все-таки, несмотря вот на эту всю базу, эмоциональное состояние не позволило быть конкурентным все три раунда Хитагу Плиеву. Мы видим, что уже усталость одолевает этого спортсмена. Тяжело ему что-то противопоставить Немчинову. Тяжело, конечно, когда руки, ноги тебя не слушаются. В голове ты понимаешь, что нужно делать. Продолжает контролировать своего соперника Виталий Немчинов, но тем не менее Хитак Плиев умудряется подняться в стойку на ноги. Тем не менее, половина раунда у нас, 2,5 минуты остается до конца этого противостояния. Опущены руки, посмотрите, у спортсменов. Справа попадает Виталий Немчинов. Еще раз справа, оверхендом, бэкфист. Успел поднырнуть, да, под соперника. Так, Плиев. Много этих самых бэкфистов мы сегодня видим в исполнении Виталия Немчинова. И опять переводит на канвас он Хитага Плиева. Боковой контроль. Удастся ли освободиться из вот этих вот вяжущих действий Плиева Немчинова? И все-таки борьба в ММА и борьба на ковре, мы в очередной раз убеждаемся, друзья, это совсем разные вещи. Ну, естественно, здесь и дистанция подлиннее. Это марафон целый из 3 минут по 5 раундов. Здесь есть удары, и в совокупности это позволяет таким ребятам, как Немчинов, доминировать уже в борьбе над признанными мастерами данного вида спорта. Вот хороший удар из левой. Выживает буквально сейчас Хитак Плиев. Есть у него и рассечение. Не сказать, что оно уж очень такое глубокое, но тем не менее. Вот до конца раунда. Мужчина уверенно идет к тому, чтобы успешно завершить этот поединок для себя. Маунти находится сейчас. И пытается защититься, пытается что-то придумать снизу. Тяжело это сделать. Пытается Хитак Плиев улучшить позицию, подняться на ноги. Он не отпускает его соперник. Виталий Немчинов преследует его. Что ж, все-таки удается. Есть 15 секунд до конца этого боя у Хитага Плиева. Ну и у Виталия Немчинова также. И сил практически нет ни одного, ни другого. Сайдкик. Груди. И все. Официального вердикта рефери, судей. То, что мы предполагаем, мы оставим при себе. Хороший бой у нас получился. Хороший бой. Конечно, спортсмены подустали в какой-то момент противостояния, но в целом очень качественный поединок. Два новых средневеса в лиге показали свои способности. Ждем судейского решения. Thank you.
Ladies and gentlemen, after completing a hard-fought three rounds inside the cage, our judges and cage side are all in agreement for your winner by unanimous decision, Vitaly Nemchinov! Поздравляем Виталия Немчинова с этой заслуженной победой. Действительно, он был лучше во втором и третьих раундах. Это был упорный поединок. Хитак Плио показал себя настоящим воином. Он сражался и терпел до конца. Но победитель должен был быть только один. Интересный проспект Виталий Немчинов. Я думаю, впереди у него очень много многообещающих противостояний здесь, в лиге ACA. Поздравляем еще раз.